Ну, я скажу, что, наверное, очень интересный матч получился, прежде всего, для болельщиков. Очень зрелищный, с обилием атакующих действий со стороны обеих команд. Мы провели очень хороший матч, но не более того. Если бы мы отсюда увезли очки, то, наверное, мог бы сказать, что матч получился отличным. Но получилось, как получилось. Нам было сложно, прежде всего, играть в оборонительном плане, потому что в меньшинстве все-таки, конечно, мы такой мастеровитой команде, объективно мы уступаем. Вообще, команда, я сегодняшний матч, я доволен. Мы проявили, в общем-то, бойцовский характер. И я думаю, по таким матчам команда становится сильнее, делает определенный шаг вперед. Поэтому будем надеяться, что дальше мы будем работать в таком ключе. Илья Сергеевич, предполагали, что такой сложный матч получится сегодня? Ну, конечно. То есть отсутствие игровой практики, да, как сказалось наверняка. Понятно, что и желание было хорошее, ребят соскучились, они видно, мы дали отдохнуть им. Потом они сделали физику, то есть штанга, да, велосипед. Но мы довольны ребятами. Единственное, что мы не использовали кучу моментов. То есть мы сами обострили игру. При этом очень удачно сыграл вратарь соперников. Очень, да, там, я не знаю даже сколько он раз выручил. Что касается Кузбасса, да, она мобильная команда, но по большому счету мы ожидали, что они будут именно так играть. И те моменты, которые у них возникали, мы их придумали сами, мы их дарили их. Так что, так, я думаю, что у нас это игра неиспользованных моментов. Тем не менее, какие-то опасения были за результат, вот особенно в концовке встречи? Ну, конечно, конечно. Любой угловой взять, случайный гол забьет, залетит и все. И тут можно было потом иди, отыгрывайся. Я говорю, сегодня... Я даже не сбился со счета, сколько раз мы могли сами забить. Если не секрет, о чем говорили во время тайм-аута? Ну, мы понимали, что Кузбассу терять-то нечего. И мы им просто попросили о том, что очень много будет зависеть от передней линии нашей. Насколько они будут мобильно двигаться. Какое-то принципиальное отличие было между тем матчем, который был сыгран в Кемерово? Нет. Я думаю, что нет, по той простой причине, что там мы забили гол, а здесь нет. И вот и все. Здесь можно было забить. Я говорю, игра развивалась вообще по тому сценарию, по которому мы предполагали. Но, я говорю, вот эти неиспользуемые моменты обострили игру. Вот и все.